Высокая температура, кашель, озноб и общая слабость – все это симптомы вирусных заболеваний, от которых страдают и взрослые, и дети. Есть лишь одно отличие – взрослый сам вправе решить, защищать себя от гриппа или нет, а вот ребенок по решению родителей может остаться без дозы иммунитета, а он, как никто другой, подвержен заболеванию различными инфекциями. Гриппа мы боимся, опасаемся, потому что для него характерно клинически тяжелое течение с высокой температурой, со слабостью, с мышечной болью. И, к сожалению, он часто приводит к такому тяжелому осложненному течению. Поэтому очень важно понимать, что единственной защитой против гриппа это является вакцинация. Причем важно то, что вакцинация это безопасный, эффективный метод. В данный момент в нашей поликлинике есть вакцина Гриппол Плюс. Производство Россия. Прививаются детки с возраста полугода. Для разных возрастов есть разные схемы вакцинации. Это уже решается с каждым малышом индивидуально. Что от нас зависит, мы стараемся максимально родителям донести, разъяснить все нюансы, все какие-то вопросы, на все вопросы ответить. Ну и, конечно же, развеять сомнения, потому что вакцинировать важно. Это важная защита, забота о своем ребенке. Главная задача вакцинации – сформировать индивидуальную защиту от гриппа у привитого ребенка, предотвратить возникновение заболеваний и их тяжелое течение, если он болеет. Юлия Дмитрук, мама двух детей, решила не медлить с вакцинированием своего маленького сына. Уверена, что это очень важно и неотложно. Отношусь позитивно к прививкам. Прививала и старшего ребенка, сейчас уже младшего. Ничего плохого в этом не вижу. Это как бы помогает здоровью. Прививка от гриппа с раннего возраста очень важна. Если делать ее стабильно каждый год, иммунитет с каждым разом будет формировать крепкую защиту от вирусных инфекций. А перед тем, как сделать своему ребенку прививку, нужно прийти на прием к врачу-педиатру. Он вас осмотрит, и если нет никаких противопоказаний и симптомов вирусной инфекции, можно смело вести ребенка в прививочный кабинет за уколом здоровья. Против гриппа сделаем. Делается вот уже, допустим, когда ребенок полностью здоров, мы это фиксируем, слушаем, смотрим горло, никаких воспалительных у нас нет изменений, поэтому никаких противопоказаний. А через сколько дней можно будет ее сделать? Или это вот сегодня? Можно сделать сегодня, если вы хотите немножко подумать, понаблюдать, можете прийти завтра, в понедельник. Прививка – процедура не очень приятная, но важная. И маленький, но мужественный пациент Дима, который уже сделал прививку, сказал кратко и ясно. Вообще не страшно и не больно. Время еще есть, и уже достаточное количество деток вакцинированы. Но и не стоит затягивать. Берегите себя и своих детей. Они, как никто другой, нуждаются в вашем правильном решении. Ведь здоровый ребенок – это счастливые родители. Полина Рацевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.